По сравнению с первым матчем на Кубке Республики Башкортостан, состав «Северстали» претерпел некоторые изменения. Молодых игроков в нем стало еще больше. Однако череповчане начали игру очень уверенно. И это нашло быстрое отражение на табло. Одна за другой в ворота «Трактора» влетели три шайбы. Первым отличился новобранец череповецкого клуба Давид Думбадзе. Он оказался быстрее всех перед воротами соперника. Вскоре счет своим голам открыл и словацкий нападающий Адам Лишко. Третий гол «Северсталь» и вовсе смогла забить в численном меньшинстве. Владислав Кара опередил всех в погоне за шайбой, после чего, не раздумывая, бросил между щитков голкипера. 3-0. Довольно быстро «Трактор» один гол отыграл, реализовав большинство. Шайба попала в ворота после рикошета от хоккеиста «Северстали». На последней минуте второго периода череповецкая команда увеличила счет. Максим Казаков отправил шайбу точно в цель. В заключительном периоде команды не смогли отличиться ни разу. В итоге 4-1 – первая победа «Северстали» в это межсезонье. Играли хорошо, молодцы. Вот, все, да, закончилось. Все хорошее взяли. Оборона на возврате уже лучше. Если так будем впитывать, только будем радовать друг друга. По регламенту турнира команды пробили серию послематчевых буллитов. Ее безусловным украшением стал гол еще одного новобранца «Северстали» – защитника Кирилла Адамчука. Вторая игра уже где-то получше, чтобы старшим ребятам паузу дали сегодня больше молодых. Старались задание тренера выполнить, чтобы все получалось, не без ошибок, конечно. Но в сезонке лучше сейчас ошибиться, как говорится, есть над чем работать. Хорошо выиграли, парни молодцы. В буллитной серии победа «Северстали» за счетом 3-1. В последнем туре Кубка Республики Башкортостан «Северсталь» сыграет с хозяевами, хоккеистами Салавата Юлаева. Вероятно, в этом матче определится победитель турнира. Владимир Сентябрев, новости.